Рад приветствовать вас в стенах музыкального пространства «Крыша». Давайте друг другу поаплодируем. Сегодня презентация аудиосборника, который называется «Настоящий». Это коллаба резидентов ТЧК, творческое объединение музыкантов, поэтов объединения «Попробуй прочесть». С прящим утром тебя в своих подушках из перьев. Тебе солнце оранжевым светит, во мне бирюза, я тебя берегу. Люби, как в последний раз, но не критикуй. Если захочешь когда-нибудь стать счастливее, стань счастливее. Сегодня у нас прошла долгожданная презентация первого аудиосборника от проекта «Попробуй прочесть», который мы приготовили вместе с резидентами объединения музыкантов ТЧК. Для нас это настоящая коллаборация года, потому что поэзия и музыка, они в принципе созданы для того, чтобы звучать вместе, и полностью с авторским материалом они звучали, и случился настоящий аудиосборник. Для нашего проекта это первый опыт, и мы считаем, что премьера получилась удачная, было неожиданное звучание, потому что все привыкли, наверное, что поэзия — это какие-то гитарные переборы, пианино, может быть, скрипочки, что-то такое очень лиричное и грустное, но у нас получилось разнообразить это самыми разными инструментами. В этом, конечно, большая заслуга музыкантов, которые очень тонко почувствовали то, что хотели сказать поэты в своих стихах.